Уважаемые коллеги, сегодня я хотел бы поговорить о сое, то есть затронуть ее биологические особенности, вопросы, связанные с производством, ну и, в принципе, все вопросы, которые часто возникают при выращивании этой культуры, немного осветить. Если говорить про историю развития сои, то она уходит корнями очень-очень глубоко. Известна культура более 5000 лет, родина считается Китай. Ну, так сложились обстоятельства, что на данный момент соя является одной из самых популярнейших культур в мире. Причем такой интересный момент. Соя относится к семейству бобовые, но по своим технологическим характеристикам ее относят в том числе и к масличным. Это стало возможным за счет того, что формирование сои, что соя способна формировать достаточно высокий протеин в современных сортах до 50% и более, и достаточно высокое содержание масла на уровне 19-24%. То есть эта гремучая смесь и сделала ее одной из самых популярных культур в мире. Если посмотреть на сою в производстве в мире, то на данный момент львиная доля сои, более 70%, выращивается в трех странах мира. Это Бразилия, США, Аргентина. То есть на производство сои в этих странах уходит сумасшедшее количество гектар, то есть культура, которая формирует сельское хозяйство в принципе. Если говорить про урожайность, то в этих странах она довольно-таки уже стабилизировалась. То есть если смотреть там отчеты урожайности, то, как правило, это начинается от 3 тонн. Другой блок стран, где сои только начинается развиваться, другой блок стран, где сои только начинает свое развитие, ну, я отношу к ним и Россию. Пока похвастаться такими урожаями стабильно мы не можем. То есть, если взять общероссийскую статистику, то в диапазоне 15-19 центнеров средняя урожайность по всей России. Но мы видим, что каждый год площадь сои увеличивается в среднем от 10%. И мы отмечаем, что технологичность хозяйств, кто выращивает сою, она совершенствуется. И, соответственно, хозяйства, которые уже выращивают сою ряд лет, получают достаточно неплохие урожаи. Если говорить о каких-то мировых рекордах, то в 2023 году был побит рекорд урожайности сои, то есть получено более 14 тонн. Да, как бы это небольшой участок, да, это, скажем так, четко отработанная технология, но прослеживаются общие моменты с рекордами, которые были до этого, то есть высокий удельный вес использования органики, использование фунгицидов, хороший и своевременный анализ по листу, то есть что вносить, сколько вносить и в какие фазы. И, соответственно, как результат, такой сумасшедший урожай. Да, как бы к этому мы придем не скоро, но тем не менее у нас есть еще чему учиться у наших южно- и североамериканских коллег. Если брать площади сои, которые в целом в мире, да, то мы видим, что Россия входит в десятку стран, ну, пока где-то в середине. То есть, я думаю, в будущем мы увеличим площади, причем значительно, достаточно значительно. Если смотреть по регионы выращивания сои в России, то исторически соя свое развитие начинала в Амурской области. Мы видим, что в областях Дальнего Востока удельный вес сои значительно выше, чем при выращивании сои в европейской части России. Но, несмотря на все это, соя достаточно активно развивается в тех зонах, где ее раньше не было. И мы часто уже последние годы отмечаем, что такие нестандартные там регионы для выращивания сои, как Сибирь, в какой-то степени Поволжье, центральный регион, Подмосковье, Владимирская область, Псков, все пробуют сою, и в принципе у многих она получается. И если посмотреть по потенциалу роста сои именно в структуре севоборота, то мы видим, да, что Дальний Восток в принципе достаточно насыщен, то есть здесь как бы уже возможен рост за счет каких-то элементов технологии, то есть или сорта, или удобрения, или защита. Белгородская, Курская область, достаточно высокий процент насыщенности соей. Ну, несмотря на все это, даже в этих областях соя начинает
Соя продолжает увеличиваться в структуре севооборота, и в этом году мы отмечаем, что даже те хозяйства, которые раньше сою по каким-то причинам не сеяли, начинают думать над выращиванием этой культуры. Я как бы вижу, что площадь сои увеличится даже в этих регионах. Ну, те регионы, где соя считалась нетрадиционной культурой, там это, ну, как правило, северные зоны или сухие, в принципе, мы видим тоже постепенный рост. То есть это связано с тем, что, в принципе, маржинальность культуры стабильная за последние несколько лет, и интерес к этой культуре не угасает. Хозяйство рассматривает разные варианты технологий, смотрит разные сорта, то есть пытается адаптировать культуру к своему обороту, чтобы успешно ее выращивать. Да, результат в разных зонах выращивания будет разный, то есть где-то мы получаем стабильно 3 тонны, где-то 15 центнеров будут хорошим результатом, но тем не менее во всех зонах мы видим интерес к этой культуре. Дальше я хотел остановиться на таких моментах, которые связаны с развитием культуры. Да, культура относительно новая для наших севооборотов, и не всегда мы можем адекватно воспринимать своевременно ситуацию, которая складывается на поле. Для этого нам нужно понимать фундаментальные вещи. Первая фундаментальная вещь моего понимания – это все-таки фаза развития сои. То есть как ориентироваться по вегетации культуры, на что делать ставку и понимать, как она себя чувствует. Первая фаза, ну, в принципе, как у любых культур, сопряжена всходы и появление первых листьев. Да? То есть на сое есть такая специфика, что она выносит примордиальные листья. У сои есть такая специфика, что она выносит семидольные листья над почвой. Мы отмечаем первую фазу, когда после всходов появляются семидольные листья. Продолжительность этой фазы варьирует от разных условий в достаточно широком диапазоне, то есть всходы могут появиться и на пятый день, но появление всходов может затянуться и до 20 дней. То есть это связано или с высокими, или низкими температурами, переуплотнение, переувлажнение, плотность почвы, то есть все эти факторы способны влиять на скорость прохождения этой фазы. В эту фазу не рекомендуется ни в коем случае делать какие-либо механические обработки, то есть бронование здесь категорически запрещено. И вынесенные над землей семидоли не считаются настоящими листьями. То есть при выборе гербицидных схем нужно обращать внимание, что это не является настоящими листьями. Следующая фаза – это фаза так называемых примордиальных листьев. Продолжительность ее может варьировать от 3 до 10 дней, в зависимости от условий. В этой фазе уже мы отмечаем, что точка роста четко вынесена над поверхностью почвы, и, соответственно, повреждение кратковременными заморозками может привести к тому, что соя или погибнет, или будет испытывать некоторое угнетение. Повреждение в эту фазу подсемидольного колена приводит к полной гибели растения. И эту фазу я бы отметил, что нужно четко смотреть по состоянию на поле по наличию сорняков. То есть уже нужно думать, по какому сценарию будет в дальнейшем развиваться защита. То есть или это запланированная ваша схема, или в зависимости от появления каких-либо неожиданных, да, сорняков или ситуации на поле, нужно думать, как это дело корректировать. Следующая фаза – это выход первого настоящего трубчатого листа. То есть на фотографии показана именно начальная стадия выхода первого настоящего листа. В момент свершения фазы, то есть когда мы считаем, что первый лист вышел, мы увидим, что лист развернулся, то есть створки, которые в момент выхода прилегают друг к другу, они разойдутся. Эту фазу принято считать началом критического периода по засоренности, то есть с этого момента нужно защитить сою от сорняков. Также в эту фазу мы отмечаем начало образования первых клубеньков, то есть если вы делали инокуляцию, инокулянт начинает показывать себя, то есть на корнях уже можно там видеть 1, 2, 3 небольших клубенька. Да, они маленькие, они там размером со спичечную головку, их часто не видно. Но, тем не менее, в эту фазу нужно уже обращать внимание на их наличие. Ну и, соответственно, как бы гербицидные обработки
Все, что вы планировали, нужно ни в коем случае не затягивать, а начинать проводить. Выход третьего настоящего трубчатого листа. Мы пропустили второй лист, то есть, в принципе, периодичность фаз на сое в зависимости от условий, еще раз акцентирую на этом внимание, может занимать от 3 до 10 листьев, то есть, соответственно, как бы после первого в течение там, ну, в среднем недели появляется второй лист, в течение плюс-минус недели третий лист, ну и так далее. Эту фазу третьего настоящего листа принято считать завершающим периодом по критическому засорению, то есть здесь нужно понимать, что сою нужно защитить до полного выхода настоящего трубчатого листа. То есть в эту фазу она будет меньше испытывать стресса. В эту фазу начинается азотфиксация активная, и, что немаловажно, на ранних сортах в эту фазу уже могут появляться бутоны. И, соответственно, если мы работаем какими-то жесткими схемами по защите или соя зарастает, надо понимать, что эти бутоны, которые образуются, высокая вероятность того, что они будут в сое утеряны из-за того, что она будет понимать, что на данный момент образование генеративных органов еще рано. И после наступления фазы третьего листа дальше количество листов может образовываться, ну, в зависимости там, от условий, от сортов, достаточно большое. То есть мы часто отмечаем там, до 15 и более настоящих листьев и, соответственно, ярусов. Ну, при формировании 4-5 настоящего листа здесь уже одновременно идет, как правило, и вегетативное, и генеративное развитие сои. Фаза 5 настоящего трубчатого листа. Также продолжительность в среднем в диапазоне от 3 до 10 дней. То есть, да, она может затягиваться разными неблагоприятными факторами, как жарой, так и низкими температурами в этот период. У раннеспелых сортов в этот период уже мы отмечаем начало цветения. В эту фазу потеря 50% листьев не приводит к снижению урожайности. Часто можно видеть, что поражение листа грызущими вредителями или град в эту фазу не приводит к снижению в итоге урожайности. Также в эту фазу мы часто отмечаем проявление первых признаков болезней. И если мы планировали в структуре защиты использование фунгицида, как бы это первая фаза, когда нужно смотреть и думать над его применением. Начинается в эту фазу мониторинг. Должен начинаться мониторинг за вредителями, то есть были случаи, когда в эту фазу уже появлялся паутинный клещ. И эта фаза считается началом активного потребления элементов питания, так как соя активно растет вегетативную массу и формирует большое количество генеративных органов. Начало цветения. Как уже говорил, генеративные фазы и вегетативные на сою сопряжены, то есть как раз в момент формирования 4-5 листа мы на ранних сортах уже можем отмечать начало цветения. Фаза сопряжена с активным нарастанием биомассы, то есть благоприятные условия способствуют очень активному росту сои, то есть если температура находится в диапазоне 25-29, очень часто видно, что соя меняется буквально на глазах каждый день, то есть она растет, ну как принято говорить, буквально на глазах. Но температура выше 33 градусов в эту фазу уже неблагоприятно может сказываться на рост и развитие, и в том числе на плодотворение. То есть все, я думаю, слышали, видели, кто выращивает сою, такой момент, как абортация. Абортация может быть связана с разными факторами, в том числе и как раз вот с высокими температурами в момент цветения. То есть мы часто замечаем абортацию как цветов, но и так более позднюю абортацию завязи. Цветение на сою начинается примерно со средних ярусов, то есть цветет, как правило, в диапазоне 3-5 яруса, и цветение продолжается снизу, ну, от среднего яруса вниз и вверх. Соя достаточно строгий самоопылитель, процент перегрестного опыления очень-очень низок, и цветки, которые мы видим, которые открываются, они уже, как правило, опыленные. Следующий этап развития сои – это полное цветение, то есть когда верхушная кисть зацветает полностью. На детерминантных сортах это говорит о том, что в принципе количество ярусов на сое сформировано, и дальнейшее развитие будет связано с образованием и наливом бобиков.
В эту фазу накапливается уже более 50% сухого вещества. Из минуса высокая температура для этой фазы там 33-35 градусов и выше, засуха способствует прекращению роста сои, и замедлению роста сои, и, соответственно, в эту фазу мы можем отмечать абортацию, то есть абортацию уже не именно цветков, а уже завязи, то есть маленькие-маленькие бобики начинают отпадать. В эту фазу идет интенсивная дезинфиксация, то есть если мы в фазу первого листа увидели клубеньковые бактерии, то к этой фазе количество бактерий, количество клубеньков на корнях сои достаточно высокое, они красные внутри, это говорит о том, что интенсивно идет питание сои за счет вот этого симбиоза. Ну, надо также понимать, что если этого активного симбиоза мы не видим, то для получения высокого протеина и хорошего урожая нужно думать, как можно подкормить сою. То есть варианты могут быть совершенно разные, в зависимости от оснащенности хозяйств, но если мы не вносили достаточное количество удобрений и нет клубеньков, то надо понимать, что чудес не бывает. В любом случае нужно делать и планировать какие-то подкормки на сою, чтобы получить качественное зерно. И в эту фазу нужно четко мониторить на предмет наличия паутинного клеща свои участки, потому что как раз эта фаза сопряжена с началом активного развития вредителя, ну как правило, и борьба с этим вредителем позволит вам защитить сою, ну, в течение там следующего месяца. Как правило, это бывают или краевые обработки, когда клещ заходит от каких-то или за полос, или из каких-то балок. Бывают ситуации, когда по той же кукурузе мы отмечаем развитие клеща по полному периметру поля, то есть и в центре, и по краям. Такие ситуации обязывают работать полностью весь участок от этого вредителя. Следующий момент в развитии сои – это начало образования бобиков. Совпадает с пиком цветения, ну и как говорил уже, при стрессовых условиях как раз вот эти маленькие бобики при высокой температуре, при сухом воздухе способны в какой-то степени абортироваться. Ну, абортация – это естественный процесс для сои, она формирует очень много завязи. Кто обращал внимание, мотовки сои там формируют очень часто около десятка цветков, то есть некоторые сорта и больше формирует, но мы видим, да, что много, большой процент этих завязей все равно опадает. Это говорит о том, что биология культуры так устроена, в зависимости от условий она может регулировать это, ну, количество, скажем так, или уменьшать, ну или были ситуации, когда даже в более поздние фазы появлялись отдельные бутоны и цветочки в тех мутовках, где уже начинали образовываться бобики. То есть очень высокий очень широкие возможности адаптации к разным условиям. Соответственно, фаза образования бобиков. То есть те ярусы, которые начинали первыми цвести, соответственно, на этих ярусах, это, ну, как правило, в средней части растения, начинают первыми образовываться бобики. Как правило, для начала начало образования этой фазы сопряжено с тем, что бобики достигают 2 см длины на 4 натуральных ярусах. Стресс, возникающий в эту фазу, может существенно снизить урожайность как по количеству бобов, так и по количеству зерен в бобе. Орошение в эту фазу позволяет сохранить большое количество зерен именно в бобиках и получить урожай именно за счет этого фактора. Так, следующая фаза – полный налив семян сои. Соответственно, по мере роста и развития сои, те ярусы, где начиналось цветение, где начиналось первым образование бобиков, они, как правило, и приходят первыми к фазе полного налива семян. Фаза полного налива семян сопряжена с тем, что бобики полностью заполняют, зерновки полностью заполняют площадь боба, бобы приобретают конечный размер. В эту фазу уже начинают замедляться все ростовые процессы, то есть мы, как правило, уже не отмечаем дальнейшего увеличения количества ярусов, появления новых листьев. То есть, в принципе, здесь процесс созревания сои уже
близок к завершению. Ну и в эту фазу мы часто отмечаем пожелтение нижнего яруса, то есть говорит о том, что в принципе отток элементов уже идет полностью в бобы, и растение физиологически уже начинает понимать, что оно начинает приближаться к созреванию. Начало созревания. Бобы начинают приобретать характерную окраску для сорта, то есть, как правило, это или бурые, или серые, или светло опушенные. Ну, как бы они уже начинают приобретать этот характерный цвет. В эту фазу достигнута уже физиологическая спелость зерна. Фаза сопряжена с началом активного опадания листьев. И в эту фазу я отмечаю высокие риск повреждения хлопковой совкой, начало, ну, начальные периоды. То есть в эту фазу нужно мониторить наличие этого вредителя в посевах сои. И, соответственно, как бы с момента этой фазы надо понимать, что где-то через 7-10 дней нужно делать мониторинг на предмет проведения той же диссекации, если вы планировали этот прием, потому что, в принципе, при теплых условиях соя очень быстро проходит фазы. Вот так выглядит соя в полном созревании, то есть когда на растении уже отсутствуют полностью листья, бобики приобрели естественный цвет, зерно полностью сформировано, уборочная влажность после того, как соя полностью теряет лист, достигается, ну, в среднем там, от 5 до 10 дней. Если вы делаете диссекацию, то это там проходит за 5-7 дней, если диссекации нет, то, ну, как правило, там 10-12 дней, в зависимости от условий. И, соответственно, как бы нужно ориентироваться, что товарное зерно, уборка товарного зерна по влажности должна быть до 12%. Если мы говорим о семенных участках, то здесь влажность при начале уборки, ну, часто держится на уровне там, 15%, но в процессе уборки она там падает до 14-13%, и, в принципе, в среднем дает как бы нормальную влагу для именно семенного материала. Кстати, на семенном материале ГОСТ на влажность 14%. Так, несколько слов про требования сои к условиям выращивания. То есть я здесь выделил такие основные моменты. Это теплообеспеченность, связанная с группами спелости, вариант выработки почвы, способы и глубина посева, ну и типы развития сои. То есть это то, что мы как бы часто видим в полях, да, как бы, и часто видим реакцию сои именно на эти моменты. Группы спелости. Помимо, ну, так называемого описательного момента, когда мы характеризуем сою там ранние, средние, поздние, еще какие-то, то есть существуют и цифровые характеристики, то есть есть несколько разных характеристик, это длина вегетации в днях, по тепловым единицам. Кстати, канадские сорта по своей группе спелости очень четко характеризуются именно вот по тепловым единицам. Ну и так называемая нулевая классификация, когда по сортам есть там характеристика группы спелости в нулях, то есть 4 нуля самые ранние, 3 более поздние, ну и так далее. В чем плюсы и минусы каждой из этих характеристик и где мы часто ошибаемся? То есть дни сои культура, которая, ну, бывает, реагирует на разные условия выращивания и на разные зоны выращивания. И надо понимать, что один и тот же сорт в разных регионах может вести себя и созревать в днях в очень широком диапазоне. То есть есть сорта, которые вызревают за 90 дней, ну, смещая их в сторону севера или другой длины дня, мы часто отмечаем, что период вегетации затягивается и, казалось бы, неспелый сорт, но созревает там за 110-115 дней. По тепловым единицам. Каждому сорту для того, чтобы он созрел, нужно определенное количество тепла. Сорта, которые находятся в группе спелости там, до 115 дней, ну, так называемые там, среднеранние, да, они, как правило, в меньшей степени реагируют на длину дня, чем более поздние сорта. И, в принципе, если мы перемещаем их где-то в рамках того же черноземья, то, ну, тут можно понимать, да, что как бы сорт будет более-менее сопоставим в той же Курской, Воронежской и Белгородской области. Если мы говорим про смещение сортов в более северные зоны, в другую длину дня, тут надо понимать, что сорт будет, скорее всего, увеличивать свой период вегетации. И, соответственно, как бы он будет вести себя совершенно по-другому. То есть это будет не ранний сорт, а уже с элементами среднего или позднего. Если мы говорим про характеристику сои по тепловым единицам, то система известна в Канаде более 40 лет. То есть каждый сорт, который выращивается в Канаде, имеет цифровое значение, да, именно в
этой, ну, так называемой crop heat unit, тепловой единицы, то хозяйство, фермеры канадские понимают, что если у них накапливается там в хозяйстве 2800 тепловых единиц, то для них подходят сорта до 2800 тепловых единиц. Использование более поздних сортов будет чревато тем, что они или будут не вызревать, или, ну, скажем так, будут определенные проблемы с уборкой. Если мы говорим про характеристику сортов по нулям, тут надо понимать, что вот этот диапазон, да, как бы там в рамках одной группы, допустим, ультраранние сорта 4-0, то есть что это такое? То есть здесь как бы надо понимать, что присутствуют сорта, которые будут созревать там условно и за 85 дней, за 90, а порой даже и за 105. То есть очень широкий диапазон сортов может быть внесен в эту группу, и как мы часто видим, по сортам, которые, ну, характеризуются как ранние, да, а мы видим, что период их созревания смещен в более среднераннюю группу. Это говорит о том, что сорт, ну, находится в этой группе уже в завершающем как бы сегменте, да, то есть он уже близок к среднеранней группе. Здесь надо понимать, когда мы просто сеем сорта новые, да, как бы видим просто характеристику там в нулях, да, или в цифрах каких-то, надо понимать, что реакция сорта может быть слегка не такая, как мы думаем. Следующий момент – обработка почвы. В принципе, сою выращивают совершенно в широком диапазоне обработок почвы, то есть подходит как классическая, так и минимальная, нулевая. То есть, в принципе, при всех этих технологиях можно выращивать сою. Что, как лучше подготовить участки и на что сделать акцент у себя в хозяйствах, я выделяю следующие моменты. Это измельчение пожненных остатков, то есть мы должны качественно подготовить почву, то есть мы должны качественно измельчить остатки. Потому что при посеве сои по той же кукурузе, да, по пшенице, где было получено большое количество соломы, очень часто отмечаем, что низкая полевая схожесть именно связана с тем, что нет равномерного заделки семян, связанных с тем, что просто растительные остатки не измельчены и равномерно не заделаны. То есть где-то есть пучки соломы, где-то есть чистая земля. То есть все вот эти моменты способствуют тому, что мы не получаем нормальных сходов в поле. Следующий момент – выравнивание поверхности участка. Как бы, ну, здесь также этот момент применим для всех способов почвоподготовки, то есть там неважно, классическая обработка почвы, мини-тил, ноу-тил, то есть участок для выращивания сои должен быть максимально выровнен. То есть что это дает? Это дает активно и однородно полученные всходы. Соответственно, как бы на таких участках мы можем адекватно понимать, какие гербицидные схемы нам применять, и в принципе можем понимать, как будет развиваться дальше соя. Если мы получаем участок по каким-то причинам с неоднородной подготовкой почвы, то здесь мы видим часто растянутый период всходов, то есть мы видим, что одни растения сои уже находятся в фазе второго настоящего листа, другая часть растений находится в фазе только всходов, какие-то сформировали только примордиальные листья, где-то семидоли, то есть очень широкий разбег в плане всходов, и применение гербицидов в таких ситуациях, ну, всегда связано с тем, что какая-то часть растений чувствует больший стресс. То есть, как бы, и, соответственно, как бы дальше по накопительной совершенно по-разному будет происходить их развитие. И следующий момент – уборка. Да? То есть, если у нас участок не выровнен, нет специальных жаток, то очень часто наблюдаем большие потери из-за невыровненных участков именно при уборке, потому что жатка просто, ну, не может в полной мере срезать сою на уровне нижних бобиков. И немаловажный момент следующий на сое – это рыхление почвы. То есть здесь надо четко понимать, что соя – культура, которая требует такие достаточно рыхлых почв, хорошей аэрацией, и любое уплотнение, связанное или с механическими воздействиями, или с физическими способностями почвы, приводит к тому, что просто соя начинает менее активно развиваться. Вот на правой фотографии мы видим растения сои, которые развивались на одном и том же поле, но где были участки переуплотнения. То есть настолько различается соя по фазам развития. И обратите внимание на корни, то есть как таковой центральный корень на соя, которая была
на плодоносном участке, он просто отсутствует. То есть это говорит о том, что любой стресс, связанный с недостатком влаги, то есть он на таких растениях будет отражаться в первую очередь, потому что они будут испытывать дефицит влаги из-за того, что просто корневая система все находится в верхнем слое. Следующий момент – способ посева. Есть на эту тему много разных суждений, да, то есть кто-то говорит, лучше сеять там на 35, кто-то на 70, кто-то говорит там на 15. В принципе, все эти способы посева на сое имеют место быть, то есть да, у всего есть плюсы и минусы. Ну, здесь я выделяю два способа посева, это сеялки, использование сеялок точного высева и использование так называемых зерновых сеялок, где междурядие варьирует от 12, ну, в среднем там до 38 сантиметров при закрывании сошников. Итак, сеялки точного высева. Плюсы. Равномерная заделка как по глубине, и так по расстоянию между семенами. То есть в случае сеялок точного посева междурядие, как правило, начинается с 35 сантиметров, ну, заканчивается 70. Ну, как бы здесь надо понимать, что плюс этого способа в том, что можно экономить посевной материал на гектаре, но посевной материал должен быть качественно подготовлен. То есть здесь нужны уже откалиброванные семена, то есть чтобы высевающий диск минимальное количество двойников захватывал, и, соответственно, как бы мы получили ту равномерную раскладку, которую хотим от сеялки точного высева. Ну, как бы здесь надо понимать, что сеялка точного высева на кукурузе, да, как бы когда мы видим идеальную раскладку при 70 тысячах, и сеялка точного высева на сое, когда мы там сеем условно 350 тысяч, то есть надо понимать, что да, как бы какие-то двойники будут, потому что такое количество семян на одном погонном метре довольно-таки высокое. Второй момент, второй способ посева – это обычные зерновые сеялки. Очень много сои сеется этими зерновыми сеялками, то есть диапазон междурядий здесь, как правило, начинается 12,5, заканчивается 38, то есть когда мы глушим или один, или два сошняка, то есть пытаемся имитировать посев сеялками точного высева. То есть, в принципе, зерновые сеялки, они более производительные, то есть, если там брать, они более практичны в плане загрузки семян, да, то есть мы можем загрузить там 2-3-4 тонны и спокойно там несколько часов сеять. Сеялки точного высева в этом плане, если у вас там стоят отдельные банки, а не центральный бункер, да, как бы они здесь затягивают период посева, то есть именно за счет того, что просто чаще приходится их заправлять. Итак, опять же, зерновые сеялки. Здесь мы часто видим, что нормы высева по сравнению с сеялками точного высева приходится увеличивать на процентов 10-15, потому что за счет раскладки семян по ярусу и по расстоянию между семенами, есть определенные скачки, да, то есть мы не получаем равномерной раскладки семян, и, соответственно, какая-то часть небольшая находится в верхнем слое, какая-то глубже, какая-то на том ярусе, где мы планировали посев. То есть при таком посеве, если у вас сеялка не оборудована катками, есть смысл подумать о прикатывании, чтобы поджать верхний слой сухой почвы и придавить там зерно сои к влажному посевному слою. На моменте всходов сеялки точного высева всегда смотрятся более ярко, красиво, да, они как бы ровные, все растения, ребенку стоят. На зерновых сеялках визуально это всегда смотрится, чуть-чуть похуже, да, как бы есть где-то пробелы, особенно если мы там сеем с густотами на уровне там 350-400 тысяч, как бы здесь, да, первый месяц, смотреть бывает порой страшновато, непонятно, а что же делать и почему так, тем не менее, там, к моменту пятого настоящего трёхчатого листа все эти негативы сглаживаются, и соя закрывает все пространство при посеве зерновыми сеялками. При посеве с междурядьями тут надо понимать, что закрытие междурядий будет происходить гораздо медленнее, если мы там сеем, сопоставляем посев на 15 см и на 45. Надо понимать, что где-то на 2 недели при посеве на 45 междурядья будут закрываться дольше, чем на зерновых сеялках. Соответственно, это фактор развития сорняков, фактор излишнего испарения, это обратная сторона медали посева сеялками точного высева. Сроки посева. Сроки посева на сое должны
упираться в биологические требования этой культуры. Нормальное быстрое прорастание сои начинается при температуре там, от 14 градусов Цельсия. В такой ситуации всходы появляются на 7-8 день, а часто даже и на 5 мы видим появление всходов. Но при посеве больших площадей сои мы понимаем, что часто очень посев сдвигается в более ранние сроки, то есть начинаем сою сеять при температуре и 8 градусов. Но здесь надо понимать, что при посеве сои в холодную почву мы получаем всходы 2-3 недели. Как бы здесь надо четко для себя ставить приоритеты, да, то есть фунгицидная обработка, почвенный гербицид на тех участках, которые вы сеете первыми при достаточно холодной почве для сои. Потому что сорняки, которые у вас присутствуют в почве, они будут активно развиваться, уже начиная там с 1-2 градусов. То есть на момент посева сои, вернее, на момент появления всходов сои, при посеве там, в почву температурой 8 градусов, мы получим зеленый ковер, потому что все сорняки уже взойдут, а соя только будет на выходе. И скорректировать и сделать что-то там потом с гербицидной обработкой, если там почечника не было, будет очень сложно, потому что фаза сои будет начальная, сорняки уже будут там в фазе настоящих листьев. Сроки сева в связке с группами сортов сои. Такой интересный момент, который, в принципе, должен формироваться в условиях каждого хозяйства, исходя из потребности. То есть есть регионы, где сою рассматривают, ну, их хозяйство как исключительно предшественник под зиму пшеницу. Здесь надо четко понимать, что нужно сеять более ранние сорта, которые там уверенно будут созревать в этой зоне. С каких сортов начинать посевную кампанию, как бы здесь тоже все упирается в ваши желания и требования. Если вы сеете ранние сорта первыми, то это те категории участков, которые подойдут к вам, подойдут первыми к уборке. То есть здесь вы получите первую сою, возможно, скажем так, продадите ее по хорошей, дорогой цене, то есть, ну, по сути, в межсезонье попадете, да, и вы получите участки, которые уверенно подойдут как участки для зимней пшеницы. Если у вас большой клин сои, да, много других культур, всегда, ну, бывают какие-то нестыковки, то есть какие-то возникают ситуации. Как бы здесь нужно в любом случае иметь несколько разных сортов, нескольких групп спелости, чтобы снивелировать свою посевную кампанию. То есть можно начинать посевную там, с более поздних сортов, так как им требуется больше температуры для созревания, заканчивать посев более ранней группой. Или наоборот, начинать посев в более ранние температурные моменты, да, там, ну, не знаю, там 8-10 градусов с ранней сои, которая, в принципе, ну, сформирует вам ранний урожай. В оптимальные сроки сеять более позднюю сою. И если вы уходите по каким-то причинам в поздний сев, но поздний сев там считается, там, для нашей зоны где-нибудь там после 20 мая, а то даже и ближе к июню. Здесь в любом случае нужно брать раннеспелую сою, раннеспелый сорт, который вам позволит уверенно убрать ее в сентябре. Потому что если сопоставлять срок сева и срок уборки, то в среднем считается, что 3 дня опоздания срока сева дают там 1 день опоздания в сроке созревания, то есть 1 к 3. То есть если вы там посеяли на месяц позже сою, ну, один и тот же сорт, то по периоду созревания вы получите осенью всего там, ну, 10 дней разницы. То есть в среднем считается таким образом. Поэтому формирование вот соевого клина, именно посевного, должно упираться на ваши желания и на ваши возможности, то есть что вы хотите от сои. То есть это, если урожай – это одна ситуация, если предшественник под зиму пшеницу, как бы здесь надо понимать, что чем-то придется делиться, потому что все-таки, ну, как правило, да, там более поздние сорта, ну, среднеранняя группа более урожайная, чем ранняя и ультраранняя. Несколько моментов по глубине посева и по всходам сои. Ну, по разным данным, по разным источникам, это цифры одного из американских исследований, всходы сои, 100% полевая всхожесть, возможно, с глубины там, 3 см, да, но мы понимаем, что весной, когда быстро иссушается почва, поймать эти 3 сантиметра для посева сои не всегда бывает реально. То есть, если вы там сеете одно поле, это одна ситуация, если вы сеете несколько тысяч гектаров, это совершенно другая ситуация. Часто приходится
уходить. Ну, как правило, в нашей зоне глубина посева сои находится между 4 и 6 сантиметрами. Если делать выбор, сеять сухую почву или сеять на глубину залегания влаги, то есть смысл все-таки сеять на глубину залегания влаги, потому что очень часто бывает так, что посеяли сухую почву, прошел небольшой дождь, провокация, сои начала набухать, влаги не хватает, опять верхний слой иссыхает, и те проростки, которые там начали свое развитие, просто высыхают и погибают. И, соответственно, как бы здесь мы имеем очень растянутый период сходов, то есть сначала входят те, которые там находятся во влажном слое, и только потом те растения, которые там, те семена, которые поймают влагу дождей, и как бы хватит сил у них взойти. И, соответственно, на таких участках мы отмечали появление сходов в течение месяца. Соответственно, если мы говорим про посев, про глубину и про посев сои, если мы сеем там глубже 6, то есть смысл подумать над прикатыванием, чтобы просто уменьшить верхний сухой слой, слегка его уплотнить и прижать семечку к влажному слою. Да, как бы есть момент, что по своей биологии соя выносит семидольные листья. Считается, что слишком уплотненная почва затрудняет сходы. Но, тем не менее, если мы понимаем, что сеем в сухую землю, как бы этот прием нужно брать во внимание. Ну, вот как бы правая фотография сходы сои разной глубины. То есть видим, да, что в принципе натянется там из 10 сантиметров, но происходит это гораздо медленнее, дольше. Ну, вот о чем говорил, очень сильный разбег у нас будет по разбег по выходу и разбег по фазам сои. Также сорта сои отличаются по своему типу. То есть есть сорта, которые в принципе не ветвятся, есть сорта хорошо ветвящиеся, то есть у вас для вашей технологии как бы важны и те сорта. Но надо понимать, что сорта, которые не ветвятся, они должны четко соблюдаться по нормам высева, то есть участки должны быть хорошими в плане подготовки почвы, чтобы минимализировать все полевые моменты, которые снизят полевую схожесть там, ну, в каких-то значительных моментах. Если мы говорим про выращивание сортов ветвящихся, то как бы здесь они более пластичны, то есть они за счет изделения могут компенсировать разные там моменты, связанные с густотой. То есть такие сорта можно сеять в более там жестких условиях, где была какая-то поверхностная обработка почвы, где было много растительных остатков, где есть какие-то невыровненные моменты. То есть такие сорта именно за счет ветвления способны закрыть пространство и, соответственно, как бы сформировать урожай за счет боковых ветвей. То есть, ну, как бы все в обороте нужно иметь и эти сорта, потому что как бы они разные и, в принципе, имеют свои плюсы и минусы и в той, и в другой форме. То есть у нас сколько было случаев, когда по разным причинам посеянная соя, ну, в холодные условия, участкам, где много было органики, ну, имеется в виду растительных остатков, просто полевая схожесть была значительно ниже, и оставалось там 200-250 тысяч растений на гектар, а порой и меньше. То есть, ну, очень часто, да, такие участки пересеваются. Ну, те, кто оставляет и не пересевает, ну, добавляют еще одну обработку гербицидами, ну, чтобы перестраховаться. Мы отмечаем, что урожай на таких изреженных участках ничем не ниже по сравнению с тем, что было пересеяно. Поэтому, если у вас по разным причинам случилась такая ситуация на поле, что изреженный посев, но вы понимаете, что сорт у вас ветвящийся, то как бы смысла переживать нет, запланируйте еще одну гербицидную обработку, и просто вы этот участок вытянете. Ну и тот момент, что где-нибудь к середине лета, уже к середине вегетации, такие изреженные участки, где есть ветвящиеся сорта, они смотрятся гораздо интереснее, ярче и красивее, чем те участки, где выращивается соя, которая не ветвится, то есть именно за счет количества ярусов, бобов, количество ветвей, то есть там реально вырастают деревья, всегда на них смотреть как бы там, ну, приятно, интересно, то есть там под 100 бобиков на каждом растении. И, соответственно, за счет этих моментов соя компенсирует все моменты, связанные с густотой. Еще есть один момент, связанный с способом роста сои, то есть есть сорта индетерминантные, детерминантные, ну и так называемые промежуточные формы. В чем разница, в чем плюсы, минусы? Детерминантная группа – это сорта, которые в момент цветения верхушной кисти останавливают развитие
и формирование дополнительных узлов. То есть это сорта, которые сформировали определенное количество ярусов, остановили свое развитие, и дальше идет уже образование налив бобиков. Сорта индетерминантные, они, как правило, более позднеспелые, они более высокорослые, и при благоприятных условиях они цветут очень долго. То есть на таких сортах очень часто видно, что условно там август на улице, да, а верхушная кисть все равно образует какие-то цветочки. То есть это как раз сорта индетерминантного типа, когда внизу мы уже отмечаем образование бобиков, а верхушка еще цветет. И очень много сортов, которые выращиваются в производстве, имеют промежуточную форму. То есть, в принципе, те сорта, которые не формируют большой биомассы, не растут сильно и интенсивно вверх, да, они имеют черты и детерминантных сортов. То есть они сформировали определенное количество ярусов и останавливают свое развитие. То есть таких сортов, в принципе, у нас большинство. Если в целом говорить про выращивание сои, соя культура интересная, требует творческого подхода, понимание основных моментов ее выращивания позволит вам выбрать правильные сорта, выбрать правильную технологию, способ посева, предшественники и, соответственно, получать хорошие результаты. Мы всегда открыты к диалогу, мы готовы всегда вам помогать, поэтому звоните, пишите, обращайтесь. Спасибо за внимание.